ровно год назад началась реорганизация комсомольского филиала Ивановского энергоколледжа. Дочернее учебное заведение стало в тягость региональному бюджету, и, несмотря на протесты родителей, с сентября 2017 года студентам из Комсомольска пришлось привыкать к новым условиям учебы в областном центре. В Иваново перевели 70 ребят. 8 человек по договору сетевого взаимодействия обучаются в автотранспортном колледже, остальные здесь. Конечно, им нелегко. Это понятно, и мы ни на одном педсовете ставили перед коллегами-преподавателями, перед мастерами производственного обучения вопрос о том, что нужно индивидуально, более внимательно, в каком-то более щадящем режиме к ним относиться и по максимуму им помогать и консультировать студентов, потому что, конечно, уровень преподавателей нашего главного учреждения, он, конечно, на много градусов выше отличается, чем был уровень преподавателей в комсомольском филиале. Проблем с программой обучения не возникло благодаря единому федеральному стандарту. Не сказать, что перевод прошел так уж гладко. В Комсомольске студентам преподавали французский язык. В Ивановском СУЗе такого предмета попросту не было. Для нас это стало небольшой неожиданностью, поскольку в колледже приходят студенты, которые в школах изучали английский и немецкий языки. Но поскольку у нас партнерские хорошие отношения и с высшими учебными заведениями, то нам пришел на помощь Ивановский госуниверситет. И к нам пришел педагог французского языка, который в 11 человек из группы 2Т, то есть второй курс тепловики, кандидат наук, который преподает французский язык, и никаких пока нареканий, вопросов не возникает. Ребята из Комсомольска продолжили учиться в тех же группах. Совмещать их с учащимися энергоколледжа не стали для комфорта студентов и удобства преподавателей. Сами ребята признаются, первое время, пока была адаптация, пришлось нелегко. Если бы я случился на втором или третьем бы курсе, то это бы прошло более мягко. А тут у нас уже четвертый курс, это выпускной курс. У нас последние сессии, эти производственные практики, как бы, и все это было очень такими резкими темпами. Как бы, ну, никто, по большому счету, готов не был. Спустя полгода студенты освоились в новый альма-матер, и учеба пошла на ура. Студенты, которые в том же Комсомольске обучались не самым удачным образом, тут они вроде как по-новому начали даже раскрываться. Все-таки больше преподавались, когда их опыт обучения все-таки он больше решил. Оценки говорят сами за себя. Большинство студентов комсомольского филиала в Иванове учатся на стипендию. Жалоб от родителей в дирекцию не поступало. После перевода в областной центр нашлись и другие плюсы. Больше возможностей, обширнее учебная база, преддипломная практика на современных предприятиях. Да и сам диплом энергоколледжа престижнее, чем его муниципального филиала. Конечно, путь студентов из Комсомольска был тернист, но звезды уже совсем близко. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.